Совет директоров общества «Энергогаз Ноябрьска» уверяет, приватизация сети ни в коем случае плохо не отразится на качестве предоставляемых услуг. Не отразится это и на безопасности системы жизнеобеспечения. Учредитель общества «Энергогаз Ноябрьск», корпорация СТС, готова выделить немалую сумму на то, чтобы привести в порядок коммунальную систему в городе. Опасаться за изменение профиля назначения имущества, за изменение его качественных характеристик точно не стоит. Более того, целью этого решения было совершенно обратное. Данное решение создает необходимую платформу и механизм для привлечения частных инвестиций в городскую коммунальную инфраструктуру с целью ее модернизации, с целью повышения ее эффективности, с целью строительства новых объектов. В частности, мы с вами знаем, что сейчас осуществляется строительство на территории 8-го микрорайона. Большая застройка в рамках реализуемых правительством программы переселения из ветхого и аварийного жилья. И приоритетной задачей на текущие и следующие годы корпорации СТС, теперь уже в рамках совместно созданного акционерного общества, будет строительство котельной с магистральной теплотрассой для выдачи тепловой мощности, строительство объектов электросетевого хозяйства. Так что я думаю, что в ближайшее время нам с вами удастся вместе с горожанами оценить результаты положительные принятого вчера решения.